Всем привет! ОЗ на связи, Королевство 1391 и очередной обзор Драконьего поля битвы. Первый раунд плей-офф. И сегодня у нас встречаются Альянс XDX сейчас на ваших экранах, Королевство 520 и Альянс LGD, Королевство 190. Битва начинается. Давайте посмотрим за началом битвы, а с составом команды ознакомимся чуть позже. Итак, Альянс XDX Королевство 520 занимает ключевые позиции на руднике кристаллов. Но посмотрите, на рудник кристаллов они не отправляют войска. Сразу побежал поход на арсенал, отсюда вас с рудника. А вот поле испытаний заняли ребята из 190-го королевства. Также заняли одну точку передачи, один пункт снабжения. Вот здесь у нас произошла уже небольшая потасовочка. 520-я выигрывает эту битву. Внимательно смотрим отчет. Кому интересно, ставим паузу. Так, смотрим. Все под контролем синих. Это 520-е королевство. Кроме рудника кристаллов, вот здесь такой самоотверженный парень по имени Ресул. Его никнейм. Занимает рудник кристаллов. А в это время, как мы видим, 520-е королевство открывает два сбора на поле испытаний. Они хотят занять эту точку. Рудник кристаллов пока их не интересует, я так понимаю. Вот мы видим, Ресул держит рудник кристаллов. Пока это у него удачно получается. А вот поле испытаний, первый сбор уже летит в пути. Итак, нас интересует результат. Ждем атаку. Ускоряют поход. Прилетает подкрепление. И атака удается. И что-то прям уж очень легко дается победа. Посмотрите, какая разница в статистике. Непонятно, как эти ребята из 190 королевства оказались в плей-офф с такой статистикой. Ну, возможно, это не ключевой игрок. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Итак, 5 минут уже идет игра, но преимущество явно за королевством 520. В данный момент рудник кристаллов по-прежнему занимает Ресул, королевство 190. Ну а мы пока ознакомимся с составом команд. Итак, перед нами королевство 190, и что-то их очень мало. И я не вижу прям монстров, таких пушечных замков. Давайте посмотрим 520-е королевство. Итак, здесь лидер 2 миллиарда 100 силы. По 900 миллионов, там 800, 4 ранг. Посмотрите, 400, 300. И их много. Их как минимум в 2 раза больше на поле сейчас находится. Так что, ребята, чувствую, будет жарко сегодня. Не переключаемся. И вот мы видим первую атаку на рудник кристаллов. Полноценный сбор заходит. И что нас ждет? Победа! Победа королевства 520. Мощная победа. 22 миллиона сила в минус у Ресула. Он вылетает как пробка с рудника кристаллов. Ну и по статистике он похуже, конечно, чем атакующий замок. И вот на наших экранах статистика первых 15 минут. Посмотрите, число уничтоженных. 85 миллионов. И что мы видим? Первая атака на замок. 520-й кор, видимо, понял, что соперник против них не очень сильный, и можно гасить их. Итак, первая атака на замок в этой битве. Сейчас посмотрим отчет. Но, как мы видим, это атака в соло. Естественно, 32 миллиона солдат в замке нереально пробить. Поэтому результат был очевиден. Ну а что мы видим здесь? На поле испытаний горит уже один замок. И мы видим, что 4 раза его атаковали. И вот последняя атака, минус 89 миллионов силы. А вот и Ресул, тот самый, который держал рудник кристаллов. Посмотрите, сколько атак, около 10 атак, и его сливают в ноль. Ресул, бедолага. Его убивали раз за разом, и сейчас он стоит пустой возле рудника кристаллов. А вот он, Страйкес. Еще одна атака, и не могут его пробить уже со второго раза. До сих пор стоит неподожженный. Даже несмотря на то, что убили они больше солдат, выживших никого не осталось, поэтому битва проиграна. Еще одна атака сбором проходит на этот замок, Страйкес. И вот они подожгли его. Черт, они подожгли его.
третьего сбора они зажгли этот замок. 213 миллионов силы у него осталось. Смотрим отчет. Минус 82 миллиона. 9 миллионов потерь. Немного сравним статистику. Атакующий замок будет посильнее. У обоих замков включен дополнительные бафы драконьему полю. А здесь настоящий пожар. Устроили 520-е королевство рядом с полем испытаний. Sky Alpha опять атакует. Атакует в соло, я так понимаю. И убивает 55 миллионов силы. А вот сбор на Махмуда. Вот он залетает, сбор. Смотрим, у него было 211 миллионов силы. Вот они, эти походы исходящих мертвецов. И они реально убивают замки. Убивают, они убийцы. Давайте посмотрим отчет. Ой, блин. 20 миллионов убитых, 17 миллионов потерь, 128 миллионов силы в минус. И это с одной атаки, с одного сбора. А кто-нибудь вообще сказал ребятам из 190-го королевства, что потери в битвах плей-офф реальные? Черт возьми, скажите им кто-нибудь, остановите это избиение. Ну вот, Махмуд. Посмотрим, сколько силы осталось. Ё-моё, был пацан и нет пацана. Давайте просто помолчим немножко. А вот еще одна жертва, 679 миллионов силы. И вот он пропустил первую атаку. Посмотрите, как его король обезьян машет своей палкой, пытается отогнать вражеские войска, но это безуспешно. У него осталось 556 миллионов. Атака проиграна, но посмотрите, они снесли ему почти 26 миллионов солдат и 22 миллиона в потери, которые пролетели мимо палаток, как фанера над Парижем. Ребята, я просто под огромным впечатлением сейчас от этой битвы. Я не хочу сейчас разбирать статистику. Я просто показываю вам отчет, стараюсь медленно листать. Если вам интересно, вы просто ставьте паузу и смотрите все внимательно. Ага, вот что мы видим. Смотрите, он побоялся дальше сражаться и одел щит. А мы видим, что ребята из 520-го не сдаются. У них явно есть цель. Явно они хотят слить всех, кто без щита, либо загнать их всех под щиты. Но я не пойму. Я вообще не пойму, почему ребята из 190-го королевства не используют щиты. Неужели они такие самоуверенные? Или они просто дураки? И вот еще один замок горит. Становится жарче и жарче. А, блядь, блядь, 375 миллионов. С одного сбора они вынесли 49 миллионов, а потеряли всего лишь 500 тысяч. И то не потеряли, а легли в палатке у них они. Вы посмотрите на статистику атакующего. 686 здоровья пехоты, луки, кони, все за 600. Урон при нападении 256, снижение 255. Он просто убил его. Не оставил ни одного солдата в этом замке. Еще один сбор. И еще минус 137 миллионов силы. 36 миллионов потерь. Я после этой трансляции я обязательно пойду и поставлю свечку за 190-е королевство. Ребята, мне вас искренне жаль. Очередной сбор на наших экранах. Замок Dragon King теряет 187 миллионов силы. 42 миллиона убитых. 30 миллионов потерь. Ни одного выжившего в этом замке. Посмотрите статистику. Sky Alpha — это китайская девочка, просто бомба. Она взрывает сегодняшний видос. Это все, что осталось от замка Dragon King. И видите, он как бы был не слабый. А вот еще очередной сбор. Оскар. Оскар, дружище, держись, я верю в тебя. Вот ему загоняют подкрепление. Вот еще летит подкрепление с левой стороны. Но, видимо, он не влез. Это, представляете, полный замок с подкреплением. А вот идет сбор, 4,5 миллиона солдат. Итак, ну, надо отдать должное ребятам из 190-го королевства. Как ни крути, они все-таки достойно принимают атаки. Не прячутся под щитами, не выходят с игры. Итак, смотрим, что же в итоге результат какой. А в итоге они зажгли его. Зажгли и убили 19 миллионов солдат. И Оскар уходит под щит.
единственное здравое решение, которое сейчас я вижу в этой битве, но почему он не скажет своим союзникам, что, ребята, мы уже проиграли, оденьте нахрен щиты, сохраните ваши войска. И вот еще два сбора. Один на замок Мэри, другой на замок Некромансер. Вот он, Некромансер, стоит на базе, 391 миллион силы у него, 1 700 000 убитых, то есть эти ребята еще как-то кого-то убивают. А вот Мэри, смотрите, оказалась прочная леди. Ее не удалось пробить с двух атак, она пока что уверенно держит оборону. По статистике они практически равны с атакующим замком. Вот ей шлют подкрепление, и еще один сбор прилетает к ней. Посмотрите, как она демонстративно смахивает палочкой этих живых мертвецов. Еще раз повтор нам показывают, и вот еще один повтор. Пошли вон отсюда, говнюки. И реально они не смогли ее пробить, очередное поражение, хотя убили чуть больше солдат, но выживших не осталось, и это наша героиня Sky Alpha, даже ей не удалось пробить эту Мэри. А что, урон при обороне 228, что вы хотели? Назовем ее Железная Мэри или Кровавая Мэри. В принципе, неплохо держит оборону от топ игрока. Еще одна атака Xbox. Тоже не смог ее пробить. 31 миллион солдат по-прежнему в замке. И, возможно, они сейчас оставят попытки уничтожить ее. Конечно, она так машет своим жезлом, что, мол, не подходите ко мне, ушатаю. Нет, они, наверное, бросили это гиблое дело. А мы вернемся к нашему некромансеру. И он тоже оказался стойким парнем. Посмотрите, не смогли его пробить с одной атаки. Видимо, плотно сел в оборону. Мы видим, что защита пехоты здесь побольше. Хотя ничего нельзя сказать о здоровье. Ну вот урон при обороне здесь 212. А у атакующего 214 урон при нападении. Но ребята из 520 не успокаиваются. Мы видим, они открыли два сбора на него. Lucky и Sky Alpha, лидеры сборов. 395 миллионов силы сейчас у этого замка. И вот первый сбор залетает, это Lucky. И атака проходит неудачно, как мы видим. А в это время в этот замок залетает второй сбор, лидером которого является Sky Alpha, и они поджигают его. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Минус 288 миллионов, 42 миллиона убитых. Она просто почистила его под ноль, этот замок. 40 миллионов мимо палаток. 40 миллионов потерь. Как больно мне смотреть на это. Я не представляю, что будет с этими ребятами. Они, наверное, все сопьются после этого драконьего поля. А вот здесь вам немножко детали битвы, чтобы вы посмотрели молитвы у этого игрока, у этой девочки Sky Alpha. А я напоминаю вам, что внимательно изучить отчеты битвы вы можете, уменьшив скорость воспроизведения на YouTube или поставив видео на паузу. А мне безумно интересно посмотреть, что же будет дальше, сколько все-таки замков останется в живых, салют ли всех. В общем, наблюдаем, и вот игрок с оригинальным никнеймом, образ у него замка Тиранозавр Рекс, и зовут его Тиранозавр Р. Вот на него Sky Alpha делает сбор. Тут вот еще парочка отчетов, тоже крупное поражение, Вилли попал под раздачу, а вот и тиранозавр загорелся, было у него 400 миллионов, стало 308. Итак, сняли с него 141 миллион силы, 13 миллионов потерь, в замке осталось 24 миллиона. Это уже вторая атака. Давайте посмотрим отчет по первой атаке. Все равно он проиграл битву, 8 миллионов потерь. Поменял он облик замка на замок деревню. Она дает хорошие плюшки при обороне. Но что-то мне говорит о том, что это не помогло ему спастись. О, черт, 97 миллионов силы. Сейчас попозже нам покажут его отчет. А вот и его сосед тоже загорелся. Возвращаются по своим замкам толпа из 520 королевства. Итак, посмотрим отчет. Так, здесь 11 миллионов убитых, минус 76 миллионов силы. Не такая уж сложная победа. И все-таки вернемся к нашему тиранозавру. Что же с ним случилось после того, как Sky Alpha наведалась к нему в гости? О, блядь.
минус 220 миллионов. 26 миллионов убитых. А он убил в ответ всего 197 тысяч. И вот еще одна атака уже на другой замок. Замок Сворд. И опять он горит. Они все горят. И теперь здесь становится реально жарко. Не только на самом поле битвы. И мне становится жарко. Минус 179 миллионов. 22 миллиона убитых. 22 миллиона потерь. Святые угодники, да упокоятся с миром все ваши солдаты. Я думаю, слова здесь излишни. Еще один игрок без щита. И еще один пожар. Еще одно убийство. Охуеть. Охуеть. Ребята, напишите в комментариях, кто играл в плей-офф Драконьего Поля. Я знаю, есть ребята, которые играют. Реальные ли потери или нет? Если потери реальные, я просто не представляю вообще, что будут делать сейчас эти ребята из 190-го королевства, когда прозвучит финальный гонг. И что мы видим здесь, на арсенале? Старый наш дружок, который одел щит буквально 30 минут назад, снял его. Зачем? Я не могу знать. И вот мы видим последние минуты его жизни. 261 миллион в минус. 93 минус. Его добили, минус 132. Все, бедолага Кислый или Кильсли, я не знаю, как правильно твое имя, но ты, бедолага, нахрена ты снял щит? И вот на базе королевства 190 оказывается еще один игрок без щита, никнейм у него Боннер, и на него делают сборы. И пока что он держится, он выдерживает два сбора, вот один из них, отчет перед вашими глазами. Статистика у него, если сравнить с его союзниками, относительно неплохая. Конечно, если сравнивать с врагами из 520, то он, конечно, послабее будет. Но пока что он держится, две атаки он уже выдержал. А мы видим, что на него открыли еще два сбора. И вот залетает первый сбор. И осада проходит неудачно. Уже третий сбор он держит. Смотрим отчет. Сейчас явно должна залететь Sky Alpha к нему в гости. И она залетает, и он загорается. Он загорается. R.I.P. Bonner. I'm so sorry. И это была даже не Sky Alpha, а игрок под никнеймом Hero. Минус 145 миллионов силы, 19 миллионов потерь, 9 миллионов выживших. Сейчас его добьют в ноль. Кстати, заметил такую фишечку, снижение всеобщего урона плей-офф в статистике. А вот и отряд зачистки возвращается домой. Сейчас посмотрим, кто здесь атаковал. Атаковал Xbox. Не смогла она всех убить. Зовите Альфу. Где наша уборщица, которая чистит ваши замки до блеска? А вот она, кстати, легка на помине. Да, точно, залетает. Убивает 25 миллионов силы. Так вот, мы видим, что все замки, практически все замки из королевства 190 сейчас горят. Кто не успел одеть щит, тот сгорел. Вот еще один сбор. По поводу этой фишечки снижения всеобщего урона плей-офф. Если кто-то знает, откуда она берется, пишите в комментариях, пожалуйста. А то я первый раз сегодня увидел. Может, это вообще какая-то донатная штучка. Итак, осталось играть чуть меньше 15 минут. Смотрим статистику. Число уничтоженных. 895 миллионов солдат уничтожило 520-е королевство в этой битве. Вы представляете? 895 миллионов. На базе у 190-го все в щитах. Но 520-е не успокаиваются. Они нашли еще один замок. Видимо, он забыл одеть щит, Скорпион. Он уже горел в начале игры. И сейчас он горит опять. Видимо, ему нравится гореть. Такой у него, может, своеобразный фетиш. Кто знает, ребята. Пробежимся по отчету. Этого игрока из 520-го мы еще не видели на поле. Не такой уж он и мощный, но дури ему хватило, чтобы 10 миллионов убить, а в это время залетает еще один сбор на Скорпиона. 50 миллионов у него выживших было, и 34 миллиона убивают. 35 миллионов. И здесь обратите внимание, раненых 3 миллиона 300. Остальные там сколько, 30 там с копейками ушли в потери. Это говорит о том, что потери здесь реальные. И чем думают ребята из 190-го, я не знаю, может, они просто захотели массово слиться и бросить игру? Ну вот и все.
От Скорпиона осталось мокрое место. Маленькое пятнышко крови. Вот он, предсмертный отчет на ваших экранах. А вот и наша героиня, Sky Alpha. Ей безусловно сегодня можно присудить звание игрок дня. 60-й лорд, силы 600 миллионов, 4 миллиарда убитых. И вот она еще кого-то бежит бить. Воинственная девочка. О, еще один игрок без щита на базе королевства 190, и он тоже горит. Два сбора залетают к нему, два подряд, но смею предположить, что после первого сбора там уже ничего не осталось. Сейчас посмотрим отчет. Да, как я и говорил, 29 миллионов убитых с первого сбора. Sky Alpha оставила всего 2 миллиона солдат там. И обратите внимание, эта девочка атакует по классике. В героях у нее Сельма 48 уровня и Синий Дракон. Это классический old school. Поэтому те, кто качает сейчас новых героев и пытается вложить в них кучу опыта, просто посмотрите на эту девочку. Ну и вот нам финальная статистика битвы. Посмотрите, число уничтоженных 1 миллиард. Альянс XDX из 520 королевства убил 1 миллиард солдат. Это не количество силы, потерянной королевством 190. Это солдаты. Перед началом битвы эти альянсы имели практически равную силу. У альянса из 520 было 33 миллиарда, если не ошибаюсь, а у альянса из 190 было около 30 миллиардов. Именно поэтому я выбрал эту битву и ни капли не жалею. Надеюсь, у меня получилось передать вам те эмоции, которые я испытал. Оз остается на связи. Я и дальше буду показывать вам матчи плей-офф Драконьего поля битвы. А чтобы не пропустить новые видео, подпишись на канал, поставь лайк под этим видео и нажми колокольчик. Всем пока!